Все вы наверняка слышали о правиле 90 на 10. Это правило очень простое, оно означает, что 10% людей всегда получает 90% всех денег. У каждого, кто сидит в зале или смотрит это видео, есть свое представление о том, как стать богатым. И зачастую это представление было навязано вам вашей семьей и обществом в целом. Проблема в том, что когда вы ходили в школу, вас там не учили быть владельцем бизнеса. Вас учили быть наемным работником, работать на богатых. А богатые очень умело этим пользуются. Они берут идеи, объединяют умных людей и создают из всего этого большие предприятия. Так что у них появляется бизнес, который инвестирует за них. А законы о налогах написаны для их же удобства, если они инвестируют через свой бизнес. Вот как богатые становятся еще богаче.